ситуации с нами происходит подобная ситуация, которую сейчас продемонстрировал ведущий. И как часто мы попадаем, или сколько раз мы случайно наступаем в лужу. Я решила почитать сама. С 1 марта 2015 года по 1 апреля я отмечала каждый подобный случай, суммировала их, и вот результат. За этот месяц я 7 раз в кафе так или иначе обливала себя водой, соком или соевым соусом. Я 5 раз промокла до нитки из-за дождя или снега. И более 40 раз прошлась по лужам. В месяце всего 30 дней, а я больше 50 раз испытала огорчение. Причем самое обидное, что это огорчение вызвано действием непреодолимости. Но мы не можем заставить осадки не выпадать. Мы не можем заставить лужи не появляться. Мы мало что можем сделать со своей неуклюжестью. Остается только смириться. Да, так думала я раньше, до встречи с Андреем Груниным. Андрей Грунин, как можно догадаться по фотографии, гениальный ученый. Но тогда я об этом не знала. И для меня он был каким-то инопланетянином, который говорит на знакомом языке. Я тогда впервые услышала такие слова, как микрофлюид, фотоника, магнитоплазмоника и так далее. Но надо сказать должное, что, наверное, и он меня не совсем хорошо понимал, да, потому что я со своей степенью MBA и будучи предпринимателем, мой лексикон тоже изменился, и все эти ROI, беды, кросс-маржины, они тоже немногим понятны. Но так или иначе, мы каким-то образом нашли общий язык, и Андрей, услышав про мою боль и про мою мечту о непачкающейся одежде, рассказал мне про эффект лотоса. Эффект лотоса открыл немецкий ботаник Бакланд, который как-то раз пошел на болото. Он пошел на болото и задался вопросом, почему лотосы, которые растут в грязи, они всегда остаются чистыми. Он взял лист, рассмотрел его под микроскопом и обнаружил, что поверхность листа покрыта мельчайшими выступами. И, во-первых, жидкость, когда попадает на эти колючки мельчайшие, она не может растечься, она из-за поверхностного натяжения старается уменьшить свою поверхность, сжаться в сферическую форму, и при малейшем наклоне эта сферическая капля, она просто скатывается, не смочив поверхность. Также мне Андрей сказал, что, собственно, эту технологию можно применить и практически для любой поверхности, то есть практически любую поверхность можно сделать не загрязняемой. Да, достаточно всего лишь придать вот такой неровный рельеф этой поверхности. Ну, я тогда вообще кричала от восторга, и как бы я увидела сразу этот бизнес-потенциал. Но Андрей тогда занимался разработкой супергидрофобного кремния. А обществу в лице меня этот кремний точно был не нужен, ему нужна была непачкающая одежда и обувь. Андрей услышал и нашел разработки. Но не все было так просто, потому что у всего того же общества было очень много параметров, да, которым это чудо покрытие должно соответствовать. То есть обязательно это покрытие должно быть гипоаллергенным, обязательно оно должно быть экологичным, обязательно оно должно быть прозрачным, да, не иметь вкуса, цвета, запаха. Главное, конечно, хорошо работать, да, и классно работать. В общем, на разработке у нас ушло около полугода и полмиллиона рублей. Вот, но в итоге у нас получилось. И в октябре 2014 года мы зарегистрировали компанию, в январе 2014 мы привлекли первые инвестиции и уже начали производство, и в мае мы уже запустили в продажу наши первые баллончики с супергидрофобным покрытием внутри. И с сентября 2014 наша компания уже находится на самоокупаемости и генерирует прибыль. И я уверена, что многие из вас, да, так же, как и я, мечтали о непачкающейся одежде, да, мечтали в любое время года ходить в яркой одежде, в светлой обуви. И сейчас у каждого из нас, теперь есть такая возможность. У нас более 6 тысяч клиентов, у нас представительство в 8 регионах
страны нашей, да, в следующем месяце этих регионов станет 10, чем мы активно развиваемся, и всего бы этого не случилось, если бы мы с Андреем встретились. Да, это все произошло только благодаря объединению научной и бизнес-составляющей. А сколько еще технологий, которые могут быть полезны для общества, они остаются неизвестными. Все самое интересное происходит тогда, когда вот эти две автономные вселенные, да, бизнес и наука, они встречаются. Все самое интересное происходит именно на стыках. Ну, давайте поподробнее разберем, чем, собственно, бизнес и наука могут быть полезны друг другу. На примере истории нашей компании очень выпукло видно, что первое, да, это новая ниша, новизна идеи и так далее. Но не только этим может быть наука полезна бизнесу. И, наверное, первое, да, это именно рациональный подход. Очень многим предпринимателям не хватает такого вот научного подхода к бизнесу. Они не делают сравнительные эксперименты. И самое главное, не хватает грамотной аналитики и анализа. Что, по сути, своей делают консалтинговые компании. Они применяют этот научный подход, они берут метрики, выявляют причинно-следственные связи каких-то, да, событий в бизнес-процессах компании. А многие предприниматели этого не делают. Они не знают причин своих ошибок, не знают причин своих успехов, да, и не исследуют этого. Хотя это жизненно важно для компании, чтобы либо избежать ошибок в будущем, либо, собственно, закрепить результат. Вот. Следующий очень интересный подход, который мы используем даже в своей компании сейчас, научный подход, называется аббревиатура HYDI. Она состоит из начальных английских слов, да, это гипотеза, action, data and insight. И суть его очень проста, да, этого подхода, что вся деятельность компании, она делится на периоды, на циклы. И во время этого каждого цикла вся деятельность направлена на реализацию только одной какой-либо идеи. Ну, например, не знаю, у вас интернет-магазин по продаже звездолетов. Вы выдвигаете гипотезу, что во всех прилегающих галактиках все богатые люди будут покупать ваши звездолеты. Дальше вы переходите к действию, вы запускаете рекламу, да, эти звездолеты летают с адресом вашего сайта на борту. Вы далее собираете данные, собираете первые заказы, у вас появляется первая прибыль, вы радуетесь, но затем вы переходите к стадии анализа и выясняется, что сумма, потраченная на топливо для этих рекламных полетов, она оказалась значительно выше, чем и больше, чем сумма прибыли, полученная от этих первых клиентов. Затем вы выбираете новую гипотезу, что, например, может быть лучше продавать более эффективнее услугу полета на этих звездолетах, а не сами звездолеты, тогда клиентов будет больше. Ну и так запускается новый цикл. Вообще считается, что оптимальный срок каждого цикла, конечно, он очень разный, индивидуальный для каждой компании, но оптимальным считается 3 месяца, вот, за которые можно протестировать какую-нибудь новую бизнес-модель. Теперь о том, чем бизнес может быть полезен науке. Наверное, самое первое, самое такое хардкорное – это нацеленность на результат. И вообще понимание того, что этот результат существует. Как уже в самом начале сегодняшнего дня приводили цитату, да, о том, что любая наука должна быть прикладная, значит, не наука. В принципе, здесь есть доля правды, потому что обществу не нужны исследования ради исследований, им нужны решения, конкретные решения для конкретных несущих проблем. И, собственно, вот этот параметр как раз дает исследованию некоторую конечность. Дальше в научном сообществе зачастую, за редким исключением, недооценена роль пиара и маркетинга. Все ученые, они замкнуты в своем сообществе, публикуются только в журналах, да, о которых обычные люди совершенно даже не подозревают о существовании. И это в корне неправильно. Я считаю, что лаборатория должна делиться своими успехами и достижениями, да, и продвижениями с общественностью на достаточно такой популярном, да, и понятном всем языке. Ну и, кстати, это помогает тем лабораториям, которые это делают,
помогает в финансировании их, собственно, разработок. Да, следующий пункт — это аутсорсинг. Это модель, которая очень давно основана в бизнесе и не так давно начинает применяться в науке, когда, собственно, вы можете заказывать какие-нибудь, например, исследования, да, в других лабораториях, экономя средств. С этим связан следующий пункт — это сетевые формы организации процессов. Самая моя любимая история, которую можно принести из бизнеса в науку, это когда вы заказываете одну деталь, допустим, в одном месте, другую деталь в другом месте, третью в третьем, и никто из контрагентов не знает, какое устройство вы в итоге собираете. То есть вы экономите огромные средства на покупку этих дорогостоящих установок, но при этом ваша интеллектуальная собственность не находится под угрозой. Достаточно базовые, корпорация, да? Все об этом знают, но немногие применяют. Понятно, что конкуренцию никто не отменял, и в науке она иногда бывает еще и пожестче, чем в бизнесе. Но по всем исследованиям, по всем экономическим показателям, сотрудничество и открытость, они всегда дают намного большие результаты, нежели протекционизм и изоляция. Конечно, нужно правильно выбирать с ним сотрудничать, но как бы изоляция — это путь никуда. Суммируя, хочу сказать, что люди, которые могут заниматься технологическим предпринимательством, которые могут создавать новый бизнес, они бывают двух типов. Да, это инноваторы, реализаторы и смешанные типы. Ну, инноваторы — это, понятно, как раз изобретатели, да, это гении, ученые. Организаторы — это реализаторы, это как раз организаторы процесса, это коммуникаторы, те, которые берут на себя ответственность. Смешанные типы практически не бывает, все равно в балансе это редко очень встречается, да, как правило, превалирует какой-то один из двух типов, и считается, что для устойчивого развития проекта ядро команды проекта должно состоять из сочетания людей первого и второго типа. Но если это условие не выполняется, то как бы стабильное развитие проекта невозможно, и иначе он будет носить спорадический характер, наверное, нестабильный. Вот. В общем, в заключение хочу сказать, что наука и бизнес, они правда могут многому научить друг друга, они могут не только существовать вместе, но и гармонично развиваться вместе. И я хочу обратиться к ученым, да, ну, не бойтесь, что ваше открытие кто-то украдет. Бойтесь, что о них никто никогда не узнает, и они не найдут своего применения. А предпринимателям хочу сказать, что но не обязательно доехать за границу, чтобы найти новую бизнес-идею. Достаточно зайти в соседний НИИ. Ну, вот как-то так. Все, любите друг друга. Спасибо.